Купанием в проруби предшествовал молебен и освящение воды. Иордань на Ореховом озере осветил митрополит Марк. При этом он отметил, что сделал это тем крестом, который когда-то опускал в реку Иордан. Также митрополит рассказал собравшимся об истории и смысле праздника Крещения Господня. Праздник Крещения – это праздник, который является событием, описанным в Евангелии. Господь Иисус Христос пришел из города Назарет, пришел на реку Иордан. И там он принял крещение. Кто-то из вас может спросить, как же Господь мог принять крещение, ведь он еще не вступил на крест, он не принял это позорное орудие смерти. А ведь слово «крещение» имеет корень «крест». Наше русское слово «крещение» является переводом -истолкованием. Если же быть точным, то греческое слово «баптизма» или «ваптизма» из греческого нужно переводить на русский как «погружение». После молебна люди начали по очереди заходить в Иордань. Первыми в освященную воду погрузились дети в сопровождении взрослых. Давай, быстренько. Да, раз, два, три. Опа. И уже после все остальные желающие. Их было немало. Считается, что если в крещенскую ночь искупаться в проруби, то весь год не будешь болеть. Еще есть поверье, что данный обряд очищает грехи. Однако священнослужители объясняют, что это всего лишь добрая традиция, которая не является церковным таинством. Для удобства рядом с прорубью на Ореховом озере установили освещаемые и обогреваемые палатки. От них до купели проложили дорожки из сена, а искупавшихся рязанцев угощали чаем с печеньем. За ходом праздника следили сотрудники полиции, МЧС и врачи скорой помощи.